Ребят, всем привет, с вами канал Насекомолюб, и сегодня поговорим о таком существе, как гелиокоприон. Он похож на акулу, но на самом деле это химерообразное. Он питался моллюсками, что у некоторых может вызвать сомнения при виде его циркулярной пилы, но на самом деле она была погружена в челюсть, то есть только часть зубов была видна снаружи. А вот некоторые ученые считали, что его пила, как на рисунке А, могла быть на верхней челюсти, могла быть на хвосте, на плавнике, или что она могла вообще разворачиваться и ударять жертву. Но сейчас это не так. Смена зубов происходит тем, что старые или новые зубы, пока неизвестно, погружаются глубоко в челюсть, а старые или новые зубы выходят снаружи. Этот рисунок неправильный, и сейчас уже считается, что у гелиокоприона толстое рыло, как было показано на некоторых рисунках, тупое точнее, и вот такое, и также погружено зубы. Ну, ребята, на этом все. Пока. Буу!